По коронавирусу ударит искусственным интеллектом. Ульяновская область и еще 12 субъектов страны стали экспериментальными регионами, где в больницах компьютерные томографы оснастили уникальным программным обеспечением. Теперь технология позволяет определить степень поражения легких пациента быстрее, вместо нескольких дней от 2 до 60 секунд. Новые возможности в десятки раз ускоряют процесс, уменьшают очереди, время ожидания результатов, делают диагноз точнее и снимают нагрузку с врачей. Что такое компьютерная томография? То есть это пакет изображений, который включает в себя от 250 до 2000 снимков. Вот эти снимки, которых достаточно много, 2000, система анализирует за 7 секунд. И она сразу рисует 3D-модель, она раскрашивает и она считает объем поражения. Проще говоря, вся эта система представляет собой одну кнопку на аппарате. 8 больниц в области уже удачно прошли тестирование. На следующей неделе здравницы перейдут ко второму этапу – внедрение технологии уже на постоянной основе. Чтобы наделить томографы суперспособностью, потребуются сутки и 50 тысяч рублей. Во время научно-исследовательского эксперимента в ЦГКБ с помощью искусственного интеллекта удалось обработать 123 снимка. У нас иногда бывают какие-то трудности именно в определении степени поражения или нахождении признаков. Эта программа как раз и помогает найти признаки. Иногда приходилось думать о степени 3, 4, 1, 2. Это тоже влияет на лечение. Новая система работы со снимками – отечественный продукт. Создали ее ведущие врачи-онкологи, математики и программисты. Наша задача самого проекта – это была сформировать в принципе модель внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение регионов и сделать искусственный интеллект инструментом помощи врачу во всех больницах, в том числе, конечно, на отдаленных территориях. Было обсуждение в том числе и с сообществом врачей, и были такие опасения, что искусственный интеллект заменит в какой-то степени врачей. Нет. В последующем возможности искусственного интеллекта будут использовать не только в борьбе с коронавирусной инфекцией. С помощью новых возможностей КТ начнут расшифровывать снимки маммографии. Рената Альгулова, Артем Куранов, новости Улправда ТВ.